Умная, воспитанная, интеллигентная и добрая. Такими качествами должна обладать настоящая мисс студенчества. И все это про студентку ЮРГУ Марину Аксенову. Она стала первой красавицей Уральского федерального округа 2020. Мне это нравится. Это возможность как-то по-новому проявить себя, по-новому посмотреть на себя, раскрыть какие-то свои новые сильные стороны и, конечно же, показать миру себя и свои таланты. Как отмечает Марина, несмотря на то, что участие в конкурсе отнимает много времени, это того стоит. Главное – верить в себя и идти с улыбкой по жизни, ведь все невозможное возможно.